Раз, два, раз. Здорово, ребят, всем. Кто в чатике, там отзовитесь. Десять ускоров сделал. Заебись. Можно пробовать бивня собирать нормального. Здорово. Здорово. С чем пожаловал, слушайте. Никого нет в сети, воды зашел. Потерять, да? 5400. 6. Нет, у меня на 6к ничего. Накидай что-нибудь. Два спектра на 6к слабо выглядит. Поставь 3 спектра. Нет у меня спектров. Поставь 4 вектора. И вектора я продал. Нахуя? Ну я ими не пользуюсь уже. Виктора всегда в моде. Угу. Хорошо, что они в моде. Я их так спокойно отстреливаю из двух аспектов. Просто это Рачелло ебан. Ну конечно, конечно. Тем более я сейчас хлопушек фармлю, надо дофармить уже вещи. Нахрена они. Чтобы скрафтить декор. Да его выгоднее купить. Не знаю. Ну открой кросс ДБ, там пиздец, в какой минус ты уйдешь. Посмотрю, хорошо. Я тебе прям сейчас могу сказать. Чё ты хотел скрафтить? Санты. Неоновый Санта. А, нет, поднялась цена. 17 монет выгода. Он был в минусе. Так мне не ради выгоды, я ради себя делаю. Он в минусе в жестком был вообще. И резина, кстати, тоже поднялась. 17 монет плюс. Нормально. Было минус 30 где-то, что ли, голды. Ресурсы, походу, дешевеют. Тем более я все свое фармлю. То есть я ничего не покупал, ни провода, ни тони. Все нафармлено. Сейчас ящик открою. Посмотрим, что выпадет. Надеюсь, я не проебусь и не нажму опять кнопку. Ах, заебись. Ускоритель ракетный, блять, выпал. Отлично. Я их только что 10 штук скрафтил. Ну, я катаюсь с Аполлоном с 13. Чистец, блять. Даже Гермеса недавно купил. Будешь наконец нормальным бивнем. Надо на какие-нибудь синие. Или чё, лучше, наверное, купить эти, которые садятся-то на подвеске, как они называются-то, эти колеса. А, джерипсы. Я интересовался у людей, которые на кабанах давно играют, говорят, типа, не особо помогают. Думаешь? Да.
Я даже спрашивал у человека, который имеет эти жеребцы, он говорит, такое себе, просто а самый чё лучший лучше синий поставить колёс. туда? Ну, заточку там, не знаю, колеса Колесо броневика. с шипами, может, они еще меньше? Ну, я использую колесо с цепями, потому что они у меня есть, и у них прочка вроде больше, чем у лучших. Ну, да, больше. Ну, заточку лучше, она вроде такая же маленькая практически. И у нее контактному урону сопротивление. Заточка, заточка, заточка. Ну, заточка она размером как с цепями будет. Ну вот, и попрочнее будет. Вроде бы. 145. Прочка у них. Но они минус 12 мощности съедают. А цепи тоже минус 12. Тогда смысл. Лучше. Смысл вообще в не в этих колесах. Грузоподъемность 540, а здесь 900. Пфф, нахуй они нужны вообще тогда? Ты все равно будешь мастера Джека сажать. Суть в том, что эти колеса по всем параметрам проебывают. Какие? Колесо с цепями. Ну, они у меня просто есть, поэтому я их использую. Так бы я заточку скрафтил просто. Бред. А где, кстати, крафтятся эти нитхэги? Они не крафтятся. Да? Да. Печалька. Их, к счастью. Они вроде самые дешевые. Так я ник поворотный смотрел. Я и то смотрел. 500. А здесь 300, нахуй. Отсоси у тракториста, блядь. Я тебе говорю, ник там и там одинаково. Проебывает по всем параметрам цепи. Через минуту рейды обновятся, надо глянуть, что там будет. А ты уже крафт сделал на бивне? Да мне какой-то скидывали. Мистер Кэт скидывал. Только колеса у него там гоночные стоят, а у меня нет таких. Так, а сзади стоят большие колеса? Бигфуты стоят. Хорошо. В принципе, знаешь, если ты на колыбель идешь, можно все большие делать. Если ты на погоне, то ниже не надо поменять. Хотя зачем нахуй тебе еще на погоне бивень, если у тебя есть милиш? Нет, Ник, я хуесошу цепи. Заточка по всем параметрам выигрывает. Я не вижу смысла вообще в цепях. Десять секунд. Ну, погоня, медь, средняя. Погоня, медь, средняя. Блять. Так, а мне она нахуй не нужна. Заебись. Печалька. Мне надо хардовые два. Тот и тот. Блять, у нас челики 11 место заняли. Сука, одного места не хватило. Там прилично вроде. Ну, где-то в один бой разница. 30 очков. Два не хочешь? Даже два. Ебать. А, нет, подожди, я путаю. Сав-сав смотрю, дебил. О, ну да, 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 да. А ДТМ выше. 791, у нас 769. Блять, савсы заняли 756 очков. 17 место, охуеть. Кого они там набрали в клан?
чё, на 6к пошли, заебал. И хлопушки фармлю. Так какие в пизду хлопушки, аккумуляторы для пофармлю. декора. Нихуя, бот мне чуть не прописал на ховерах. Челика побрил, блядь, просто за секунду. Пулемет тараном сбил. Бля, хочу фафниры попробовать. Бам, нахуй. Что-то взорвалось у челика в очке. Ух ты, сука, копия. Фафниры та же хуета. Ник, у них говорят, дальность стрельбы выше, но скорострельность меньше гораздо. Я вот на самопалах перестреливаю фафнирщика, если в упор подлетаю. ДПМ выше у самопала. О, блядь. Самопал, нихуя себе. Он челик с двумя самопалами меня не может слить. Кое-как, блядь, обоссал меня. Ну, хочется попробовать, Ник. Есть смысл? Нет вообще в них. Может, там реально как бы эффект будет виден, что дамага больше, блядь, может. Так я лучше уж на них покатаю. На самопалах, сам видишь, аннигиляция полная вообще проходит. Славно постреляли, парни! Битрейта нет нихуя. С чего ты взял, Ник? 10к битрейта, как и было раньше. Чё, сыпется изображение или чё происходит? Так, чё он там у меня купился, нет? Сука какая-то цену перебивает. В замесах падало качество. Может быть, я для этого новую полоску доната создал, Ник. Здорово, Кракен. Видюха не вывозит нахуй. Каракурт хочу апнуть. Ты что, ебанутый? Да. Денег до хера.
Скоро будет, надеюсь. Ой, блядь, там пулеметы. Все очень плохо, в инвизи не подлететь будет. Айсберг. Так и должно быть, Кракен. Ох, ебать, тут толпа, сейчас я тут буду отсасывать. Что это за краб? Сука, ебаный пулеметчик побрил меня. Двенадцать к видеоник, ебать. Ясен хуй залагает. Да как бы и смысл, один хер ты не увидишь качество. Сука, я не догнал его. Кракен оставить-то я оставлю такое качество, просто фризы ебаные бывают, очень сильные просадки FPS, особенно в достянке. Достянку у меня вообще не тянет. В кроссаче нормально, все, огонь. Более-менее можно играть, он 120 FPS держится, а вот, блядь, в достянке тяжело. Злой бабай. Расклад такой. Ни шагу назад. Прорываются здесь! Закрепился на базе, подтягивайтесь. Так, я на С полетел. О, мне уже два челика написали в личку. Нихуя, это что было, блядь? Подо мной какой-то челик ехал, я тараном убил его случайно. Тараном, газгеном. И я жив остался. Да, это жестко. Ебать, я в ахуе, как я выжил. Ник, ты мне лучше в личку в Дискорд скинь, а то я там в чате потом забуду нахуй. Нихуя. Бал, почему? Ашот, ваншот. Фи, блядь, за два выстрела палачи сбрил, нахуй. Охуенно. Такой скилл требует это оружие. Скилл требует такой, что надо зайти незамеченным в упор, а это очень сложно сделать. Да, очень скилл. Ну попробуй иди, тебя побреют нахуй и все.
Не, я на дробовиках никогда кататься не буду. Я тоже раньше так говорил. Я лучше что-нибудь нормальное. Ну пока что я не вижу эффективнее ничего, блин. Рассыпаются челики вообще изи. Чё там, сука, с Фафниром? Хули он не покупается? Продайте Фафнир. Не продавать Фафнир. Продавайте Фафнир. Ой, блядь, знакомые все люди. Скрифу, Елой. Одни и те же, нахуй. Да, Эдгар, слушаю тебя. Разбудил меня нахуй сегодня. Ну, в тот момент, когда ты написал, я валялся, да. Чихалка, мини-чихалка. Сука, ебаные пулеметы. Сейчас побреет нахуй. Пизду. Не надо было мне лезть туда. Сейчас, Эдгар, я закончу с заданиями со всеми, потом зайду. Как минимум, вот охуенная контра самопалом пулеметы. Нихуя, у него жопу оторвал. Уходим, мужики, но мы отомстим. Ник, это нытье уже идет на протяжении, наверное, года, блядь, что надо ховеры нерфить, т.д. и т.п. Привет, Эмиль. Бесполезно, не наноют. Да никто ничего не понерфит, Ник. Это, блять, уже говорю. Я еще в савсах был. Разговоры про это шли, нахуй. Нихуя не будет. Вот это да, молодец.
420 дашки. Чё не на фафнирах? Самопалы быстрее стреляют, а фафнир у меня последний еще на покупке стоит. Жду. Ваш союзник опять обосрался. Костян, здорово, еще пока нет. Сейчас кроссэдж доделаю, потом, возможно, будет эта хуйня. Вот молоко точно обосрался. Ник, чё там за новости? Пришла он мне, это... В Челябинске в ночь с 3 на 4 января проститутки подрались с геями в ночном клубе. Чё у вас там происходит за движняк? Хуя бот с дронами. Да, это жестко. Это желтуха какая-то. Блять, вот это я залетел нахуй. Пиздец. Не надо было. Наверное, Костян, я тоже об этом подумал. Люхи и геи в одном клубе странно. Ебать, вы это видите? Чел с кларнетом, с птуром. На гляфах с комбайном, сука. Нахуя ему комбайн? Ну, логично, потому что когда тебе кто-то в лоб отъезжает, ты беззащитен, по сути. А тут тебе... Ну ты сможешь догнать кого-то на этих гляфах, блядь? Ну, он для обороны сделан. Я так... Ну да, конечно. Естественно. Для дебилизма он там стоит. Мне у Прометеев нравится анимация выстрела. Там капсулки так прикольно заряжаются. Сейчас я подойду. Да, не он, можно. Сейчас я подойду, ребят, 5 сек.
Поехали. Задача такая: захватить вражескую базу и самим не сдохнуть. Контакт! Всем помогал. Так, ребзя, отойду. 10-15 минут.
Так, Ребзя, я здесь. Так. Чё там, кому там приглас надо было кинуть? Или в принципе... Чё, кто на Лёвика, ребят, пойдёт? Кому-нибудь нужен Лёвик? Я хочу сходить, бенз слить, да и всё, блядь. Завязать лямку. Сука, продайте кто-нибудь Фафнир. Ёб твою мать. Ладно, го за акумами. Может, рейды поменяются, так на рейды какие-нибудь сходим. То там говно одно. Я отвечаю, сегодня наш день, я отвечаю. Давно не виделись, козлы. Да, грохнул одного. Блять, ни у кого радара нету, сука, хуёво. Минут 30 отгар максимум. Блять, все пиздец мне. Весело стоять, базу брать. Геймплей 80-го левела. Победа почти в кармане.
Блять. Заебись. Где наши трое? Где они, блять, мозги идут? А, понятно, там калеки одни остались. Халик, я сейчас чувствую. Снаряды закончатся. Тупо. Понятно. А ботам нашему вообще похуй, он базу дефит, блять. Как тебе плюс поставить, если список друзей полон? Сейчас удалю кого-нибудь, Филя. Давай. Блять, цену поднимают, суки. Сайпали. А если поставить два фафнира и один самопал, что это дичь полная будет? Ебать, озвучка, блядь. Дикая. Здорово, Марат. Бам, нахуй, что-то чпокнуло у челика. Что-то там чпонькнуло. Конь в пальто. Все. Приуныл. Блять, что за глюк у меня был? Они уже на базе.
Ах ты сука. Хуя он челика развернул. Показал, типа, смотри, вон летит. Но не помогло им это. Оба побриты нахуй. Ах ты сука. Пиздец, он мне тараном оторвал пушки, заебись. Здорово, Картес. На, сука! Ха-ха, блядь. Челика суициднул ваншотом. Блядь, Ликан, как, сука, так? Ты то ли не видишь? Милишка под тобой прям проехала. У них там две милишки еще, ёб твою мать. Чувствую, наших сейчас обоссут. Милишники. По крайней мере, вот этого пилота, он вообще какой-то раковый. М-да. Заебись, вода. Лопни мои колеса, одолели нас, черти. Конь, ты не трать копья так по-тупому. Ты лучше убивай фуловых. Нахуя ты там залетал к нам в толпу, когда там уже все побритые были? Лучше бы он копья свои в милишников воткнул, блядь. Гораздо бы эффективнее было. Андрон против нас играет, красавчик. Стрим снайпинг. Пошел. Какой ник у тебя? Будешь въебан первым. А вон вижу Андрон. Охуенно, блядь, я прям на копье наделся, заебись.
Чё за тест 2К, Терри? Ну, разрешение 2К. Сука, у меня 47 хп. Мне пиздец. 3 хп. Нет. Разрешение. Убивай его нахуй. Пошел нахуй. Блядь, с 3 хп живу, пиздец. Чё, как самопалы? Марат, как видишь, имба. На ховерах это вообще лютая дичь. Аннигилирует все, что можно. Все готовы. Погнали. Ай! Блять! Больно! Здорово, Вадим, здорово! Ай-яй-яй-яй-яй. Пизды дают. Очень сильно дают пиздов. На нахуй. Газген взорвали, суки. Кто в игре, ребят, скажите, чё по рейдам? Хардовые погони есть какие-нибудь? Если нету, я пошел тогда на этот. Кто он? Скажите, я вам скажу, блядь. На Левик. Нету, блять, плохо. Очень плохо. Значит, на Левика. Кто пойдет на Левика? Пойдемте.
Да блять, съебись ты лучше от него, нахуя ты суицидишься, дурак? Мы бы выиграли, блять. А, ну ладно, окей, хули. Можно и так. Печалька. Че, кто поедет на Левика, на фулом? Ставьте крафт и поехали. Привет, Crazy Man, привет. Потом, док, я ухожу из Дестянки. Ой, блядь, в Дестянку, точнее. Из Курсалта ухожу. Я сейчас бенз солью и все. Ликан, ставь фулом. Самопалы. На Левике. Да, это будет жестко. Андрюча. Андрюча, ник у челик. Андрюча. Док, не блочь, пожалуйста, я распилю его. Не забывай, что у меня комбайн. Я пилю быстрее, чем твои жницы. Ебать, это чё за Лёвик? Жирненький. Ой, рама отвалилась. Что-то не так пошло у Лёвика. Сука, он ещё и взорвал мне один комбайн. Бедный Левик. Как же его ебут со всех сторон. Насилие, насилие. Без регистрации смс. Блять. Он меня переталкивает. Когда кросс в следующий раз, Крейзи? Скорее всего, завтра. Чпоньк. Аполлон взорвался, нахуй.
Ёбаный дронец привязался ко мне. Херово, что погони вместе. Так я тоже вот ждал сейчас погоню крыть. Не дождался, пошел на Левика бен сливать. Тоже себе сделал 10 синих ускоров. И 11-й, блядь, выпал сегодня с ящика. Как назло. Блядь, сейчас выебит меня тошнилкой. Да ёбаный стыд, отбейте вы ему оружку уже. Копья тут эти ёбаные. Торчат. Я не знаю, я сделал 10 крыс. Чтоб наверняка уж хватило. Блять, сейчас выебет меня. Выебет. Пиздец, первый Левик меня выебал, охуенно. Классный Левик. Он еще и сейчас вышку выебет. Да вы че, блять, угораете, нахуй? Вы нахуя его пропускаете, алло? Привет, Хило, да. А шо такого? Не ожидал? Хило, ты не знаешь, как на LG-шном флатроне, на Монике, нога снимается, на которой он стоит? Она, я посмотрел, она там на болтах прикручена. Как к ним туда подобраться, я хуй вот. Комп не тянет Хило Destiny вообще. Я тебе отвечаю. 40 FPS, блядь. Это пиздец. Не тянет со стримом. Без стрима базара нет. А со стримом пиздец. Все, я готов. Блять, что вы делаете, ёбаный насос? Нахуя вы друг другу-то мешаете, блядь? Ликан, зачем дога поднял, блядь? Попадай.
Ну, на фуломе Крейзи постоянно стальной тиран. Там никогда их не бывает, левиков. Очень редко. Здорово, монолит. Белкари. Белкари. Остановите. Остановите. Видите? Ветерите жопу. Ох, какой жирочек вкусный. Я в армате вчера натанковал 72 к урон. Блять, вот в танках бы столько натанковать. Ну-ка дайте я в его гараж зайду. Или не получится. Все, заебись. Я вошел. Я ж дрономать. Кого ты там крафтишь, монолит? Ты шо, ебанулся? Какие нахуй дроны? Успокойся. Брось эту затею. Блять, мелких убейте ботов, а то они сейчас вышку сольют. Пизда вышки. Проебано. Мне пизда. Классный ник у чувака. Мне пизда. В натуре пизда. Ктура, блядь, их играл. Ктура, блядь, ищ. Блять, сейчас обоссыт меня, левик.
Ох, ёб твою мать, опять этот лёвик. Жирненький. Окружайте его быстрее, ребят. Я ему кабину пилю. Все, не пилю. Он меня перекрутил, сука. Бля, ща выебет меня. Блять, меня мелкий бот убил, серьезно. Вы давайте, живите, живите. Че умираем-то? У него уже пушек там нихуя не осталось, ёб твою мать. Стреляйте ему по структуре, чтоб у него мамонт сверху отвалился и все. Он уже горит, блядь. Да остановись, выеби его, блядь, в кабину, да и все. Вот и все. Все. Хорош. Все, ладно, ребзя. Ну, хватит на сегодня кроссича. Сейчас куплю, продам что-нибудь на рынке. И хватит. Блин, а чё? Чё я хотел крафтить? Вопрос. Чё начать крафтить? Так. Может быть, вот это скрафтить? Да, скажите мне, что я больной ублюдок. Гога Рынычи, да ну их нахуй, не хочу я их. Они говно. Не тащат. Сколько склад заполнен, ёб твою мать. Гонит хиги, они не крафтятся, не он. Их нельзя скрафтить. Так. Все. Кого ждем, Ликан? Я все. Так, ладно, ребзи, давайте. Удачи всем. Покедова. Сейчас я через минут 15 запущу достянку. Все, я отошел.